А как вас зовут? Вы откуда вообще? Вы здесь живете? Я сейчас не снимаю. А? Я вас снимаю. Ну, только нам не нравится, что вы снимаете. Ну, а мне не нравится то, что это висит. А вы откуда? Вы здесь живете? Вы? Конечно. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. А вас? Меня зовут Дмитрий. Татьяна. Я живу в 95-м доме. А что вам не нравится конкретно? Можете в подъезде. Что вам конкретно не нравится? Ну, вы спросили кого-то здесь, кому еще это не нравится? Или только мне вам? Мне не нравится. Нравится. Это наблюдать себя во дворе. Этого достаточно? Да. Почему вы считаете, что этого достаточно? Потому что я у себя во дворе. Так, а кроме вас во дворе живут другие люди? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а ничего, то есть вам плевать на мнение других? Правильно? Можете повесить у себя в квартире все, что вы считаете нужным. А кто сказал, что здесь нельзя? Да. Потому что я это как житель. А кто вы такая? Вы, да. Двора. Не кто хочу вы такая? Но мы жители этого двора, и мы повесили, и мы хотим... Мы хотим наблюдать. Вы у себя дома наводите порядок. Ну. Пожалуйста, больше не приходите с ножницами, хорошо? Сюда. С какого подъезда? Сейчас посмотрим. Никого не собирается снимать, что вы успокоились? Что ты снимаешь? Пошли, с коленя холодно! Если вы свое отжили, дайте детям хоть пожить в новой стране. Я отжился? Но если вы режете, значит, да? Вы не хотите менять новое? Мы хотим жить в новой стране. Вы за фашизм? Посмотрите, что происходит. Это за...